Всем привет! Сегодня на обзоре теста 3. Полевая модернизация, комплектация. Попросили записать мне полевую модернизацию по этой технике. Вот выкладываю видео. Итак, оборудование давайте. Досылатель обязательно, потому что основное преимущество этой техники — это ее альфа и ДПМчик. Вот поэтому выставляем, улучшаем ДПМ. Досылатель. Стабилизатор и турбинка. Это я основа, у меня основа. Практически 80-90 боев процентов я использую вот это. Второй можно ставить, это если вы, например, нигде никуда не спешите, встаете где-то в позицию и целый бой отстреливаете. Есть такие карты, поэтому вот улучшаем из скорострельности. Как раз полевая модернизация дает еще 1%, 6% у нас получается. Это ускоряет нам перезарядку и чуть-чуть точность и сведение улучшает. И механизм, улучшенный механизм поворота и там, если вы заметили. Он улучшает вам вашу подвижность, вашей ходовой и поворота. И улучшает поворота башни. Он башня очень медленно поворачивается и разброс уменьшает. Поэтому тоже, я считаю, нужен обязательно. Так, по снаряжению. Доп. Паёк я не использую, что первый, что второй. Вот такая у меня комплектация. Полевая модернизация, переходим. Смотрите, так, усиленный ходовая, это скорость ваша, динамика, ускорение. У меня Ягор, когда я записывал видео, хорошо рассказывал по этому модуль, поэтому можете перейти посмотреть, я ссылочку сверху оставлю по этот модуль, ставим его. Следующий, выбираем на точность, минус 3 размера круга сведения, отстройка параллакса. Ухудшается у нас скорость сведения. Давайте посмотрим по параметрам. Смотрите, 0.36 разброс, здесь 0.32. Ну, достаточно большой разброс, если вот этот ставить, 0.36. 0.33 получше, и поскольку техника сама обычно медленно поворачивается, разброс не такой уже большой, поэтому мне вот этот устраивает вполне. И вам, в принципе, советую. Все, здесь второй штанговый перископ плюс 2 к обзору стал, потому что от незаметности, он очень заметный, это просто незаметно. Смотрите, после выстрела 0.2 только добавляет. Особо преимущества он вас не даст, поэтому хоть чуть-чуть улучшить обзор. 394 обзор у него тоже слишком маленький, так хоть чуть-чуть обзор будет. Все, здесь все выставили, это все вам дает 3% от разброса поворота ходовой. Также здесь выбираем, что на разведку, что на живую, все одинаково, это вентиль, он и туда подходит. Все, так, также не забываем вот здесь, когда это все качали, ставить галочку, чтобы экипаж развивался равномерно. Все, надеюсь, видео вам пригодится и станет полезным. Увидимся.